Привет, с вами Вилсаком. Вот я нашел наконец-то действительно классный гаджет на CES 2017. Он у меня прямо здесь на руке. Называется Proof. И я даю вам подсказку. Вот эти пробочки, они здесь не просто так стоят. Это специальный сенсор, который считывает, насколько вы пьяны. И даже может прогнозировать, когда вы наконец-то протрезвеете. Сейчас расскажу поподробнее. Поехали. То есть, серьезно, это браслет, который позволяет вам понять, насколько вы пьяны. И там даже есть специальное приложение, которое можно выставить на аларм. То есть я хочу сегодня быть пьяным на 0,7 промилле. И как только вы набираете свой уровень, сообщение приходит вам о том, что хорош, чувак, остановись, иначе ты превратишься в тыкву. Штучка эта очень классная. Ребята получили 100 тысяч долларов от американского национального агентства по здоровью. И совсем скоро запустят Kickstarter-компанию. То есть продукт еще даже не в стадии какого-то препродакшена. То есть это прототипы. Но прикол в том, что работает это все на картриджах. Есть специальная таблеточка, которая магнитно крепится снизу, и это нужно для того, чтобы действительно аккуратно считывать вот эти молекулы, которые выделяет ваш организм, когда вы пьянеете, если я правильно понял. Стоить они будут где-то $1-2, то есть вы закупаете себе много, и работать 12 часов. То есть вы идете бухать, цепляете себе такую штучку, и все. Судя по тому, что у нас законодательство все жестче и жестче относится к тому, какой вы там пьяный за рулем, и это действительно круто. И даже не потому, что вы пьяный за рулем, это вообще неправильно. А то, что у нас ты пил, там, не знаю, вечером, с утра поехал, а у тебя остался какой-то алкоголь в крови, вот с помощью этого сенсора можно прочувствовать именно этот момент. Более того, приложение может прогнозировать, через сколько алкоголь выведется из вашего организма. Вы забиваете свои параметры, потому что для меня, например, это одни показатели, а для человека, который там в два раза меньше, другие. В общем, я считаю, что для России это просто must-have девайс, и можно для себя примерную, наверное, норму какую-то понять. То есть вы выпиваете, не знаю, там полбутылки водки, и для вас это вот такие показатели. То есть девайс прям очень крутой. Конечно же, не на каждый день, хотя кто как. Пишите в комментариях, может быть, вы каждый день бухаете, и для вас будет круто соревноваться, кто больше промилле набрал и дольше оставался пьяным, что-то в этом роде. Но вещь действительно классная. Я поддержу ребят на Кикстартере, когда эта штучка выйдет, и обязательно протестируем ее уже в полевых условиях, когда можно будет напиться вдоволь и понять, как это влияет на организм и может ли она действительно аккуратно считывать данные. А с вами был Вилсаком. Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер. И до новых встреч. Пока.